Станислав Майшев – воспитанник большевиземской детской школы искусств. Мальчик родился в семье потомственных музыкантов. Серьезно увлекаться музыкой начал 4 года назад. Теперь юный пианист мечтает стать композитором. Однажды, когда я еще был совсем маленьким, меня папа спросил: «Ты на какой хочешь пойти инструмент?» Я сказал: «Мне нравится фортепиано. Я очень любил клавиши. Папа играл на баяне, а мама играла на домре. И я сразу же взялся учиться и уже с первого года начал выступать, но только в концертах в нашей музыкальной школе». Фестиваль-конкурс «Одаренные дети Подмосковья» – один из старейших в районе, проводится уже в 18-й раз. В этом году в нем приняли участие около 100 талантливых исполнителей в возрасте от 8 до 15 лет. На базе нашей школы проходит конкурс «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Ударные инструменты, духовые инструменты и электроакустические инструменты». Значит, из года в год у нас число участников увеличивается. Вот в электроакустических инструментах мы начинали с 2 школ района, а сейчас у нас сегодня уже 5 школ района. Всегда к нам присоединяется Краснознаменск и Звенигород. Они тоже принимают участие в нашем конкурсе. Выступления конкурсантов оценивают по нескольким критериям: раскрытие образного содержания произведения, технический уровень, яркость и эмоциональность исполнения, а также сценическая культура. Участию предшествует обязательная серьезная подготовка. Перед поездкой в Лесногородскую школу искусств исполнители проходят отбор в своих учебных заведениях, поэтому на сцене оказываются лишь самые талантливые и старательные музыканты. И члены жюри из года в год отмечают, что уровень участников все время возрастает. Безусловно, дети, во-первых, набираются опыта, дети приобретают сценические навыки, раскрепощаются и, конечно же, учатся друг у друга. По результатам конкурса лучшие исполнители отправятся на областные и всероссийские музыкальные творческие состязания. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».